Минчане проиграли 1-2. Думается, это не отразилось на общем впечатлении, которое команда оставляет в этом сезоне, особенно сейчас, в его середине. Матч проходил в замедленном темпе, что, наверное, не свойственно динамовцам. Хозяева поля нарушили правила недалеко от штрафной площади, и счет открыл Мархер, великолепно выполнив штрафной. А вообще Памир выглядел чуть получше и создал больше голевых моментов. Вот один из них. Правда, хозяева поля сравняли счет только во втором тайме. Точно пробил по воротам Абдураимов. Кстати, он был одним из самых активных. Не случайно, что именно его остановили в штрафной недозволенным приемом, и сам Абдураимов реализовал 11-метровый. 2-1 выиграл Памир.